1 400 000 рублей – такую сумму сэкономили дорожники. При проведении тендера удалось значительно снизить первоначальную цену на целый ряд материалов, объясняют в госслужбе. Так вот, чтобы сравнить, щебень гранитный в прошлом году у нас стоил 305 рублей за одну тонну, в этом году 289. Отсев 255 рублей, в этом году 175. Краска дорожная в прошлом году у нас стоила 42 рубля за 1 килограмм. В этом году краска у нас стоит 23 рубля 90 копеек. Вот за счет того, что у нас довольно-таки существенное снижение цен произошло, поэтому удешевление работ. Также значительно сэкономили на разметке и прочих работах на дороге Брест-Кишинев-Одесса и на северном участке трассы Тирасполь-Каменка. Это позволяет выделить дополнительные деньги по всей республике на ямочный ремонт и выполнить примерно на 10-12% больше работ. Кроме того, планируется увеличить резерв для расчистки дорог от снега, подсыпки противогололедными материалами. Также часть сэкономленных средств, 171 тысячу рублей, планируется направить на восстановление дороги между двумя селами в Дубоссарском районе. Это Гаяны, новые Гаяны, ремонт гравийных покрытий. Участок был в неудовлетворительном состоянии, и надеемся, что что работы успеют быть завершены в этом году. Это ремонт гравийных покрытий, это с добавлением нового материала, усилением конструкции. Напомним, дорожники значительно сокращают расходы уже второй год подряд. В прошлом году материалы начали закупать не для каждого района отдельно, а проводить централизованные поставки. В результате каждая тонна битума обошлась дешевле на 300 рублей. Экономия только на этом материале составила 1 200 000 рублей. Степан Бугаев, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал.